Аварийно-восстановительные работы проходят на втором километре дороги Лукьяновка-Новополтавка Красноармейского района Приморского края. Готовность мостового сооружения составляет 60%. Строители продолжают возводить мостовой переход, который был поврежден во время прохождения ледохода в прошлом году. Работы на реке Большая Усурка ведет филиал мостостроительной компании «Примавтодор». Длина моста составит 180 погонных метров, ширина 4,5 метра. На работе задействовано 21 человек. На сегодняшний день работы выполнены, сварены все ригеля, распределительные балки, пакеты пролетного строения все в готовности лежат для монтажа, сданы они. Также каркасы буронабивных свай, они все изготовлены, все выполнены. Сейчас работы проводим по бурению скважины 5 на опоре 7. На данном объекте виды работы предстоят. Это у нас забурить все скважины, их 8 штук. Смонтировать пролеты, которые уже готовы, как я уже и говорил, лежат. Смонтировать пролеты, постелить деревянный настил проезжей части. Но в любом случае мы из русла реки до ледохода выйдем с смонтированными пролетными строениями. Думаю, что весной мы, в апреле месяце, апрель-май мы закончим объект.